новому учебному году сейчас активно готовятся и ученики, и их родители. Все необходимое к 1 сентября можно приобрести уже сейчас. С 15 июля в Курске работают школьные базары. Сколько стоит собрать ребенка в школу, выясняла наша съемочная группа. Первый раз первый класс или школьник со стажем – большой разницы в списке покупок нет. За лето все дети выросли, надо обновлять гардероб, покупать новые учебные пособия. Констоваров ученикам тоже понадобится немало. Чтобы ничего не забыть в последний момент, многие родители отправляются на школьные базары задолго до начала учебного года. Переходим в 4 класс. Учебники, форма школьная. Ну, полностью ребенка собирать к школе. Ассортимент на школьных базарах ориентируется на запросы покупателей. Предпочтения год от года меняются. А вот стоимость товаров, говорят продавцы, держится на одном уровне. Цены не изменились. Я знаю, что идет инфляция. Но мы еще работаем по старой цене. Выбор на прилавках огромен. До конца каникул 1,5 месяца. Поэтому у школьников и их родителей еще есть время на раздумья. Стандартный набор школьника. Комплект учебников, канцелярские принадлежности, ранец, школьная форма и спортивный костюм обойдутся родителям в среднем в 15-20 тысяч рублей. Возможность сэкономить есть. Дорогие модные новинки или проверенная классика – решать вам. Ольга Ефремова, Андрей Дегтярев, телеканал «7».